Мэр Магадана Юрий Гришан провел прямой эфир в Инстаграм. Организовывает такое вещание Центр управления регионом. На протяжении нескольких дней в СУР поступали вопросы от магаданцев. Городоначальник в режиме реального времени на них ответил. Жителей областного центра интересовали переселение из аварийного жилья, бродячие собаки, детские площадки. Снег, учеба, масочный режим, прививки. Вот весь этот спектр вопросов, он сегодня будет рассмотрен. Я дам ответы, может быть, какие-то не понравятся. Я не люблю как бы вот лавировать и говорить, что будет именно так, как вы хотите. Хотя есть выражение, правда, это что, то, что хочет слышать народ, но я больше буду говорить честно, откровенно, чтобы люди понимали, что реально будет происходить в городе. Прямая линия длилась чуть больше часа. Городоначальник постарался ответить на все вопросы горожан. Юрий Гришан отметил, что проводить прямые эфиры важно. Муниципалитет должен объяснять людям, какую работу выполняют те или иные структуры.